Очень грустно. Очень. И дай бог, чтобы ему больше никто не попался на дороге. Это первое. И второе. Он как ездил без номеров, так и ездит. Я его видела, к своему сожалению, после 2 недель после этого происшествия. То есть административных нарушений у него нет, но он ездит без номеров. И это нормально. А все. Что было сказано? Слово представить. Исследуется материал дела, протокол в административном правонарушении. Никаких ударов не наносили. Нет. Так, спасибо. Дальше. В то же время материал к делу имеется показания 2 девушек-сотрудников этого министерства, которые случайным образом выглянули в этот момент. Я отойду, чтобы не мешать фотографу.